Короче, это Кексос. Мы находимся в Кингфорте, это день 3/4. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9 и 3 четверти? 9 и 3 четверти. Думаешь, это смешно? Каждый год. 9 и 3 четверти. Там делать фотографию, сесть в мокасин. И надо встать на такую большую очередь. Да? Я надеюсь, это бесплатно. Огромную очередь там надо такую стоять. Вот мы в магазине. Да. Обалдеть. Это магазин типа Оливандера. Здесь продаются палочки. Пойдем посмотрим, сколько стоит палочка. Ага. 30, вот смотрите. Теперь это наша палочка. Палочка пока не выйдет. То, типа, как по-настоящему. Ага. Профессор. А это там вот Люпин. Люпин. Не, в конце. Это профессор этот. Флакхон, это у нас этот. Металлическая какая-то палочка. Это того, как кто в шестой части, помните, профессор был? Слизнер. Сириус Блэк. Сириус Блэк. Они еще из дерева сделаны? Я не знаю. Вот как у тебя, да? Дамблдор или что? Профессор Дамблдор. Фату. Реально, наверное? Или пластиковый? Это прям настоящее, прям. Верю? Наверное, было наполировано. 32 фунта. Фунта стоит палочка. Вот, Сники по еще Тарос. Вот, нацисты Малфой. Пилот Трисель Вестрэндж. Дамблдора, Альбруса Дамблдора. А? Альбруса Дамблдора. Так, вот она. Профессор Дамблдор. А тут написано, вот Альбрус Дамблдор. Это который, это Бустина у него. У него же не было изначально Бустинной палочки-то. Угу. Он победил бою. Ой, а тут... Вот он. Тут нету такого типа примерочная. Это не примерочный. Нет. Как надо, и профессиональный фотограф фотографирует. Одна фотография стоит 15 фунтов. Вот. Если вдвоем, то 25. И самое интересное, то, что люди стоят, уставшие, уже понурые, тяжело стоять в этой очереди. И когда подходят уже фотографироваться, такие веселые, радостные, на лицах улыбки. Вот это значит настоящая магия. Магия, не Хогвартс. Но это я должен обязательно снять. В этой гостинице прикольный шлагбаум. Вот, смотрите. Это... из настоящей железной трубы. То есть, если она упадет на голову, мало места не будет. Мы видели, как заезжала машина, и он резко начал закрываться. Вот такая вот. И в этом отеле, скорее всего, становятся люди на чемпионат мира. Петь. Это Вэмбль. А ты прав. Это же Вэмбль, ага. Да? Да. Это чемпионат мира по футболу здесь проходил. Да. И в этом отеле останавливаются люди. Ой, что-то не укладывается как-то. Посмотрите. Это часть настроена, это нет. У них аж ремонт не ведется. А зачем? Он, наверное, снесется, и все это здание. Они его и не будут никак реновировать. Самый прикол, то что мы взяли еду, все, а у нас уже эта еда входит в стоимость отеля, завтрак. Я пошел за напитками, а говорит, только еда, и все. И забрал у меня воду. Не положено. Вот. Как говорится, на не положено у нас кое-что положено. До свидания. Собрал прям стаканы, говорит, иди отсюда. Но это папа уже этот чуть-чуть. Я был немножко в шоке, да. Отель просто ужасен. Люди, запомните вот это вот название. Вэмбли Интернационал Хотель. Ну, вы сами видите, да? Обшарпанные, страшные. Комнаты страшные.
Ну, в любом случае, переночевать можно. Мы же позитивные, да, Богдан? Hello, darkness, my old friend. Переночевать можно, все можно. Если у вас как не так много денег, если вы очень быстро все это сделали, то пойдет, пойдет. Вот. Внутри хотя бы кондиционер есть. Вот, например, в Чехии были, там не было кондиционера. Такая маленькая вещь, такая как кондиционер, она очень помогает. В отеле всегда душно, всегда. Вот. Вентиляторы, даже не думайте, если что-то вентиляторы какие-то. Все, сейчас мы садимся на наш любимый автобус. Ну, другого нет. И поедем дальше в Гринвич. Потом на лодочках поедем, это заснимем обязательно. Обязательно все заснимем. У нас там еще остается время какое-то. И будем еще снимать, снимать, снимать. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И не только из-за Богдана. Да, звезда наша. Все, пока. Это корабельный музей. Внутри, не знаю, мы пойдем, не пойдем, Богдан, туда. Не знаю. Посмотрим. У нас 2 часа дали. Потом здесь опять встречаться. 16 евро стоит вход. Я думаю, давай зайдем. У нас деньги еще остались. Ну давай, у нас как раз еще остались. Где-то здесь нулевой меридиан. Нулевой меридиан всегда под рукой. Сейчас посмотрю в Google картах. В Google картах посмотрим. Зайдем, да покажем. Сейчас более-менее уже похож на Лондон. Вот эти вот ихние домики интересные, которые с дверями вот такими вот, сразу вход. И высокие вот эти вот дома. Вот они нельзя ведь строятся шире, только вверх можно. Ну это как в Амстердаме были, вот так же. У них как налоговая система такая, что надо высоко строить, не, шире, не широко, а высоко. Если ты широкий дом, то ты получается богатый человек. В основном строится ввысь. Гринвич парк. Есть музей Гринвич. Ну, всем известно, вот этот Гринвич, это получается нулевой меридиан. National Maritime Museum. Что означает? Национальный Maritime Museum. Это и означает, да? Кораблик, который в бутылке. Ясно. Вот чтобы пройти к нулевому меридиану, нам надо протиснуться в такие ворота. Скорее всего, они сделаны для того, чтобы не было давки. Чтобы люди зашли, к примеру, 5 человек зашло, 5 человек вышло. Тут вот просто такая линия. Вот это вот и есть нулевой меридиан. Вот, и все фотографируются с этим нулевым меридианом. Интересно, ну мы тоже фоточку сделаем. Да, Богдан. Да. Как-то можно сказать, что мы в центре мира? Ну, скорее всего, да. Ну, типа, по географически нет, но ну, по документам.
Уличные музыканты. Как мы только подошли, они сразу и перестали играть. Раз они такие страшные. Я не думаю, что мы такие страшные. Они смотри, опять начали, да, что-то? Красиво играют, хорошие гитары. Зеленый? Скорее всего, Гибсон. Я не вижу. Кто-то. Я знаю, что это аугрессия гитары. Смотри, это можно им денежки дать, и сейчас как вот сделано интересно. Они скидывают, да. Они сканируют карточку, и ты можешь перевести сколько денег. Музей, куда мы сейчас пойдем. Там вот люди даже забираются наверх. Ну, с инструктором, конечно. Мы наверх не заберемся, да, Боря? Да. Не, мы не хотим. Просто пройдемся по кораблику. Кати Сарк – один из самых известных чайных клиперов, построенный в 1869 году в Шотландии. Это был невероятно быстрый парусник, созданный для гонок, доставляя чай из Китая в Великобританию. В то время скорость была критически важна. Первый корабль, прибывший с новым урожаем, приносил большие прибыли. Свое имя Кати Сарк получил в честь ведьмы из поэмы Роберта Бернса, символизируя скорость и мощь. Хотя в одной из знаменитых гонок в 1872 году корабль повредил руль и уступил сопернику. Он продолжал оставаться одним из лучших парусников своего времени. С появлением пароходов чайные клиперы начали уступать, но Кати Сарк продолжала службу, перевозя шерсть из Австралии и вновь отличилась скоростью. После долгих лет службы ее превратили в музей в 1954 году в Гринвиче. Сегодня Кати Сарк – символ эпохи парусников и легенда морской истории. Ну, это вход в сам музей. Как обычно, барахолка продают всякие. Смысл. Вот. А вот. Как вот и билеты. Так. 20 на взрослого и 10 на ребенка. 10 на ребенка, до 15 лет. Ага. Ну, получается 30. Как раз и выходит. Да. 30. Вот они, цены. Есть на немецком качестве? Надо будет спросить гид на русском языке. Нет, на русском. Есть английский, немецкий. Мы немецкий знаем. Ну да, мы возьмем на немецкий. Да. Сейчас находимся в корабельном музее. Это вот самый большой вот корабль. Вот пишут, что... еду нельзя, напитки нельзя. Ну ладно. Самое главное, видео, наверное, можно снимать. Здесь также предоставляется вот такой вот QR-код, где вы можете выбрать язык. Русского нету. Есть немецкий и все остальные языки, кроме русского. Вот так вот выглядит корабль изнутри. Тут переносили чай. Чай переносили. Чай перевозили чай? Да. В этих трюмах? Из Китаев. Вау, представьте. Это настоящий корабль. Это настоящий. Он отреставрирован.
Пахнет чаем. Да, кстати, пахнет чаем. Вот, мы сейчас здесь находимся. Ага, это вот можно подходить и смотреть, и как раз вот этот вот переводчик, который вы скачали на телефон, можно сюда подходить и слушать вот это вот на своем языке. Это был очень быстрый корабль этот. Ну, интересно, пойдем дальше. У нас просто нету времени. Мы так получилось, что нам надо идти дальше на кораблике кататься. И не получается пройти весь корабль. Весь корабль пройти надо час, да, получается? Ну да. Там. Ну, чтобы именно посмотреть, чтобы именно посмотреть, понять. Именно понять, что было с этим кораблем, его история и так далее. Мы так чисто пробежимся по самому кораблю. Здесь тут, скорее всего, трюмы. И тут перевозили какие-то вот тут бутылочки стоят. Экспорт. Это на экспорт. Это на экспорт. Это шаг, наверное. Брали чай, экспортировали. А как тут перевозили алкоголь такой вот. Это пиво. Спирт, не знаешь, что такое, это в Австралию. И этот. И УКЛ. Это на этот, на Дальний Восток. Так это вот морские узлы. Да, можно самим сделать. Ну, у нас все на фрейме это сделать. Смотри, узел крендель. Ого! Узел двойной бриллиант. Квадратный узел. Узел уда. Узел кишки. Узел подушка. Узел бабочка. Это еще не все. Обезьянья цепь. Обезьянья глаз. Обезьяна. А вот это узел петля. Еще он называется футти-нутти. Вот смотри, вот этот путь походу какой. А как проходил этот корабль путь? Это вот все трюмы получается. Это все настоящее, ну реально корабль. Так точно. Ну хоть как выглядит корабль, я никогда в жизни не видел, как выглядит корабль. Да. Это интересно, это правда интересно. А, было ли наше имя на корабле? Имя? Ну, скорее всего, имя это было Александр или нет. Александр добыли, пока навряд ли. Десерты. Что они ели? Это напитки. Это что они ели? Пили. А, пили. Это сутки. Это что ели? Это что ели. Вот это что пили, это что ели. Вот. На выходных это они ели. А, ну неплохо ели, что пирог. Вот это вот. Застывшая какая-то каша с мясом. Скорее всего, ну это все специально, не просто застывшая, хотя я не знаю. Это, в принципе, то же самое, что и сейчас, вот, типа, нормально, типа, Portugal Times, 1895 год. Упоминание об этом корабле. Нет, какого? Это 1795 год. А тут все походу, где он был, вот. Так. Сидней, Япония. Он не был в этом, он не был в Российской империи. Гонконг. Сели? Не был. Испания. Пианино. Я знаю твоего чего. 1889 год. Да? И сытная. Трюмы, получается, были забиты вот эта вот шерсть, да? Это? Овечья. Да, австралийская шерсть. Угу. С Австралии.
Pulp. Gross. Интересно, да, когда думаешь о том, что на таких кораблях путешествовали люди месяцами. На нос корабля пойдем. Корабль из чего состоит? Это вот низ корабля, минус один, нулевой, первый, второй этаж. Колокол 1869 года. Прикольно. Для детей. Ну и для взрослых иногда. Вот они, видите. Понимать то, что тут люди реально лазят наверх. Вот кому высота нравится, вот они лазят. Будет интересно. Стоит взрослый 20 фунтов, ребенок 10, да? Здесь это получается сам низ корабля. Выход из этого музея замечательного. И сразу нас встречают кучу детей, сувениры и так далее.